Плюс я тут пойду чуть-чуть в сторону санатория Лазовская прогуляюсь. Ну, начнем с того, что тепло. Солнышко припекает до 20 градусов. 20 градусов точно есть. Я видел 21 на машине, значит 20 с половиной однозначно. Я уже на территории пляжа санатория Лазовская. Людей здесь, как понимаете, крайне мало. Море крайне красивое. Про температуру пока рассуждать не берусь. Не знаю, если честно. Да, еще я уже сказал на основном канале, что сейчас мы пришли чуть-чуть пораньше. Чуть раньше, чем полдень. Пляжи все уже заколотили, все объекты практически закрыты. Люди, вот, желающие могут все-таки добыть там себе шезлонг. Тут есть такой, вон лежат в районе санатория Лазовская. Но все ж таки людей мало. Кто-то кормит голубей, а кто-то кормит рыб. Ну, правда, потом их и вытаскивают из воды, если они вдруг покормились. Вот он, пляж санатория Лазовская. Что вам еще сказать? Сами все видите. Человек 30 на пляже всего. Светит солнышко, хорошо. Море, в принципе, спокойное, желающие могут поплавать. Если кто-то боится что-нибудь отморозить, то лучше не плавать, конечно же. Не без этого. Погодка, сами понимаете. Несмотря на то, что теплая, но все-таки уже осенняя. Заметил, что много появилось архитекторов. На пляже строят из камней всякие вот композиции. Ну и вообще, в общем, хорошо, можно сказать, даже лето, вышло солнышко, сейчас вообще даже припекает классненько. То ли будет в полдень, представляете, там в час, дня, два, вообще будет лето, вернется, может быть, мы с вами его еще увидим, посмотрим. Всем пока, привет из Лазовска, вот такая ситуация на сегодняшний денек, на субботу, 2 ноября, ой, господи, что я спешу все время жить, да, октября 2021 года. Он собак там в домике, его там тоже уже снимает, видите, ему построили, ну не конуру, а цельный замок, пойдемте покажу. Он такой в замке из камней живет. Хотя нет, уже убежал. Целый город. Точнее, убегает. Вот собак. А вот среда его обитания. Нормально кто-то. Такие вот большие камешки. Не поленился же, построил такую пирамидку. Собак. Не мешай, это камера, ты ее есть не будешь. Все, всем пока, теперь точно всем пока. Ну и маленькое дополнение, все-таки с центрального пляжа-то заехал, коль уж катаюсь. Вот смотрите, сколько народу. Там вон семьями купаются, даже малыши. Поездочки к морю на водопады вот предлагают. Не верите, что малыши купаются? Вот, хоть самому лезть теперь, вон. Кружком таким вот маленьким. Пляж Калипсо. Людей, конечно, заметно больше, но сами понимаете, самый центр. Вот девочка маленькая, ну, наверное, 3 лет. Вон парень, тоже 3-4 лет. Все купаются, ребятки. Ну, не все, конечно же, не все. Многие лежат, просто загорают. Но есть вот и малыши. Так что как-то вот так.
Нормально, нормально. Я думал, что лето уже кончилось окончательно. Оно не окончательно. Все, теперь всем пока.